Да, друзья мои знаете вот видите такая песня народная афганская песня и как бы певец известный человек в афганистане певец народных песен ну я не знаю еще может быть что-то он пел фават андараби был убит возле своего дома то есть его он не бежал да вот он не бежал как многие как бы Жил, потому что, ну, поет песни. А, так сказать, новые хозяева Афганистана запретили музыку. Потому что, как бы, она не угодна Аллаху. Хотя, знаете, ну, во многих странах, арабских странах, мусульманских странах, музыка... Ну, как бы она есть, она есть, знаете, в Турции есть, в Египте есть, в Эмиратах есть. Ну, как бы я сам ее слышал. И что вот эти, ну, так сказать, местные люди поют. И разные песни очень красивые. И есть певцы там, ну, на самом деле. Ну вот что кто этот человек вот народ, народный певец его пришли вытащили из дома и застрелили так сказать как я понимаю при э, при его родственниках при его семье представляете что это за люди вот каких людей э, наш Лавруша Наш вот этот великий министр иностранных дел называет там, так сказать, нормальными ребятами, с которыми можно договориться. Вот, знаете, эти нормальные ребята должны, наверное, прийти в дом этого Лавруши в какой-то момент и вытащить его тоже и при, ну, как бы, и сказать, что все, лучший министр, ты тоже нам нас не устраиваешь. Или они должны постучаться в бункер, знаете, прикладом автомата, когда сотрудники ФСО, вот эти там здоровые морды вдруг разбегутся, да? Вот как вы думаете, друзья мои, вот эти люди, это вообще кто? Вот кто, кто эти, кто эти некие граждане такие, которые говорят о божественном, а на самом деле и думаете зря, вот так сказать, вот мы считаем, ох, какие-то вот странные люди, как они все бросят, бегут там в аэропорту, лишь бы уцепиться за что-то улететь. Вот видите, почему? Потому что они там живут и знают, что будет, что будет с ними. И то, что, знаете, вот говорят, вы не волнуйтесь, все, так сказать, все чиновники, все военные, приходите, приходите и, ну, как бы мы вам, ну, все простим, вы только работаете, да? А вас возьмут на, на отметочку, как знаете и в советское время, помните, там, как бы, иммигрантов, казаков, тоже советская власть приглашала это, из Франции, возвращайтесь на родину, мы вас, так сказать, ваши таланты, всем им говорили, что ваши таланты будут, то есть родина вас простит. Ну, она их простила, да, по лагерям. Она их простила и рассовала по лагерям. Печально, друзья мои, видеть, что ну вот эти люди пришли к власти. Понятное дело, что не просто так, не просто так, потому что, знаете, ну, конечно, наверное, э, оккупационный режим там американский, конечно, тоже, тоже не сахар. Но ну, во всяком случае, э, певцы пели, женщины как бы работали, люди работали. Плохо находиться под оккупацией. Лучше, лучше св свой, как говорится. Хотя не знаю, лучше ли свои мерзавцы, чем чужие Ну, не факт Не факт Мы тоже, знаете, у нас свои, якобы Ну, во всяком случае, они не такие, как вот эти вот граждане Кои являются запрещенными в нашей стране Друзья мои Ну, на самом деле, угроза Вооруженные эм, С вот этой идеей уверенные в своей правоте, молодые, знаете, жестокие, они, они, так сказать, уже здесь. Ну, на самом деле, я говорю вам, они уже здесь. Потому что это, это же не, не афганцы. Это не значит, что это именно должны быть афганцы. Это идея, вот эти вот, так сказать, ученики мадерсе, которые приносят сюда, значит, волю Божью вопрос. Ну, у нас-то с вами вообще, значит, идеологии-то никакой нету. А это люди объединенные. И уже, вот мне тут пишут письма, уже существуют, так сказать, и патрули некие, которые за порядок, за порядок против хулиганства. Да? А потом и, так сказать, поэтов, писателей, каких-то, так сказать, певцов будут выволакивать и казнить еще кого то просто на кого было ли такое в истории да, да сплошь и рядом и знаете вот афганцы помнят как ими правили вот эти так сказать замечательные люди с бородами которые сейчас хотят дружить со всеми но внутри они не могут сдерживать себя они уже сейчас не сдерживают хотя обещали что никого не будут преследовать будут будут поэтому люди бегут поэтому они будут и через границу бежать и как угодно. И вместе с ними тоже будет, будут приходить и вот и не только ну, как бы несчастные люди, которые пытаются просто наладить свою жизнь, а будут приходить и идеи, и, и вот эти люди. Потому что, в принципе, они уже здесь. И тут достаточно только вот дать толчок. Знаете, достаточно, чтобы вот эти люди, я не против бород, ни в коем случае не думайте, потому что, как говорится, ну, многие мужчины любят, это считают символом такое мужество, что есть такая борода, сразу это дает такую вот брутальность. Ну, каждому, каждому свое, но тут дело не в бороде, а дело, что, так сказать, борода определенного сорта, это как, так сказать, знак, как символ. Так что, ну, кто... Эм, кто, наверное, похитрее, наверное, надо иметь в шкафу тоже, знаете, накладную специальную бороду такую, как бы ее назвать, талипка, да, там какая-нибудь такой при этом приклеивать, пом, одежку, там эту пуштунку и все, сказать, ну, ребята, да я свой. Там-то они, мне кажется, и молиться-то не знают толком, как молиться. Главное, внешний вид, антураж. Ну, друзья мои, обидно, на самом деле, обидно. Вот я посмотрел вот эту песню простую этого человека, хороший человек. Да вот за что его убили? Гады, гады. Вот все любые слова можно говорить, что они хорошие, что они там идеи у них, что они как говорится молятся там, э, что они правоверные, неправоверные. Ну, они же убийцы. Но ну, этот этот человек тоже был верующим мусульманином. Он пел песни, народные песни. Его убили. Его просто убили при его, при его этих. Они себя не будут сдерживать. И не думайте, что они будут сидеть дома, потому что им надо идти. Дома они очень быстро всех перебьют, там, перещемят, понятно. Но такие идеи они требуют дальше. А наши, ну, условно наши, их поддерживают. Плохо, но ничего пока.